Close your eyes and feel the silence here. Закройте глаза, почувствуйте тишину здесь. Don't think about it. Не думайте об этом. Just be the silence. Просто будьте в тишине. That's what Osho called the no mind. Это то, что Osho назвал вне ума. The truth is realized in the moment of no thoughts. Истина познается в момент, когда нет мысли. The gap. Промежуток. Then you know the ocean. Тогда вы познаете океан. Вы познаете то, что вы и есть океан. And whatever experiences arises, какие-либо переживания у вас не возникали, doesn't matter. Имеет значение. That is magician, magical magnificence. Это волшебство, божественность. Find ways in your life where you just stop. Найдите способы себя в жизни, когда вы просто останавливаетесь. Relax. Расслабляетесь. Feel what is here now. Чувствуйте, что есть здесь сейчас. Don't go into thinking. Не уходите в мысли. One of the things that happens here in a very subtle way. Одна из вещей, которые здесь происходят на очень таком тонком уровне, is that you feel you are being lived. Это то, что вы начинаете ощущать, что что-то просто проживает вас. Feel it. Почувствуйте это. How is it to be lived? Как это, когда? That's the feeling. Вас проживают. It's like every body sensation is being lived. Как будто каждое телесное ощущение, оно просто происходит. Every source are being lived. It's totally impersonal. Каждая мысль, она просто происходит. Это тотально неличностно. Totally impersonal. Абсолютно неличностно. It's just a flow. Просто поток. You are not needed. И вы не нужны. And even the sense of you is also being lived. И даже это ощущение вас самих, даже это просто происходит. That's one of the things you feel here and you say, I'm free. Это одна из вещей, которую вы чувствуете здесь и говорите, я свободен. That's just freedom. Есть только свобода. I am freedom. Я есть свобода.